Здравствуйте, меня зовут Рудик Денис, и сегодня у нас здесь первая встреча школы сибирской артели. Что такое школа сибирской артели? По вторникам мы встречаемся для того, чтобы генерить идеи на животрепещущие вопросы капитанов, и таким образом мы разбалтываем тупняк и ищем инсайты, и ищем решения, которые могут нам помочь прямо сейчас для развития стартапа. А по четвергам мы запустили школу сибирской артели в первый, третий четверг месяца, как это мы сейчас думаем, будет идти школа сибирской артели. Здесь мы изучаем путь развития стартапа, который заключается в изучении и прохождении 90 точек нашего экранной игры. То есть по четвергам капитаны приходят сюда для того, чтобы делать работу, связанную с заполнением и прохождением точек развития своего стартапа. Эта работа ведется здесь коллективно и со своими менторами. Менторы приходят, и вот здесь происходит заполнение точек. Ну что ж, переходим к точке номер один.